Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. Самые ранние детские впечатления Федора Михайловича были связаны с Москвой. Воспитанный в патриархальной и религиозной семье, свято чтивший все церковные обряды, он вместе с родителями часто бывал в московских церквах и соборах, а также в Троице-Сергиевой лавре. Позднее Достоевский говорил, что каждый раз посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным. Двоюродный дед писателя, профессор Московского университета, брал маленького Федю, его братьев и сестер на следочные гулянья, где мальчик видел удивительно пестрый мир балагана, где показывали свое искусство затейники и фокусники, клоуны и силачи, любовался кукольными представлениями и восковыми фигурами. Изредка семья Достоевских посещала театры. 10 лет от роду писал Достоевский в конце своей жизни одному из своих корреспондентов. «Я видел в Москве представление разбойников Шиллера с Мочаловым и уверяю вас, это сильнейшее впечатление, которое я вынес тогда, подействовало на мою духовную сторону очень плотно».